Единая Россия совместно с Министерством просвещения Российской Федерации проводят акцию «Книги Донбассу». В городском округе Люберцы сбор литературы проводят в библиотеках МФЦ и общественной приемной партии на улице Кирова. Еще одна точка открылась на первом этаже торгово-развлекательного центра «Орбита». Уже с утра люберчане несут сюда книги. Полки постепенно заполняются художественной литературой, учебными пособиями и книжками для малышей. Татьяна Курилович часто вместе с друзьями участвует в благотворительных акциях. Сегодня передала художественную литературу для детей. Кинула количество своим подругам. У многих из них есть маленькие дети. Конечно, много книг осталось, уже ненужных, но в хорошем состоянии. Вот, и мы так вместе собрали книги. Я считаю, что все жители должны по возможности принять участие в таких акциях, в добрых акциях. Ведь у многих дома есть книги, они просто лежат. Почему бы не поделиться ими с теми, кому это очень важно? Желающих принять участие в акции «Книги Донбассу» в округе оказалось немало, поэтому количество площадок для сбора литературы будет увеличиваться. Россия, она отличается от других своей соборностью. И вот в данном случае на сегодняшний день непростая ситуация в Донбассе. Мы знаем, понимаем, и мы стремимся найти возможности помогать. В том числе в плане образования, книги. Обратились к нашим жителям, у кого есть желание, может. В Люберцах акция стартовала полгода назад. За это время собрали более 2500 книг. Их уже отправили в школьные и публичные библиотеки Донбасса. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.